квалифицированным инженером. Системное оповещение. Необходим ремонт. Свяжитесь с квалифицированным инженером. Системное оповещение. Необходим ремонт. Свяжитесь с квалифицированным инженером. Необходим ремонт. Свяжитесь с квалифицированным инженером. Запрос нового оператора. Здравствуйте. У вас назначен сеанс. 490 готов. Не заденьте проем. Ой. Хотели меня повредить. Доброе утро, Талос. Каждый сотрудник обязан ежедневно отчитываться о выполненной работе. Если вы не можете явиться на работу, оповестите непосредственного начальника. Необходим ремонт. Продолжение следует...
Привет, Морган. Ну и денек. Уже сам с собой говорю. Память у тебя как решето, знаю. Прости, это навсегда. Первое. Январь заслуживает доверия. Это оператор. Что-то вроде нашей резервной копии. Помнит все за тебя. Мы тестировали новый нейромод на основе тифонов. Преобразовывали их паттерны в наши. Дело в том, что удаление нейромода стирает память до момента, когда его вставили. Поэтому ты не помнишь. По идее, есть способ привести тебя в чувство между тестами. Но кто-то мог забить и сделать один день всей твоей жизнью. Вот. Именно так и сделал Алекс. Только вот, зачем? Тебе не понравится, что я скажу. Сначала я должен тебе все объяснить. А пока просто... Черт возьми.
Сиди тихо. Пожалуйста. Отрезал нас от серверов зеркала. Нужно импровизировать. Советую обыскать мастерскую доктора Кальвина в аппаратной лаборатории. Он изобрел зеркало. Возможно, там вам удастся восстановить подключение к серверу. А я пока поищу другие способы помочь вам. Удачи! Thank you.
серии сервис сервомеханизмы. Возможная проблема. Я нашел вас. Нет. Постарайтесь не двигаться. Разрушенная схема. Thank you.
Лабораторные приборы, нестандартные детали, прототипы. Мы сможем починить ваш терминал зеркала в мастерской доктора Кальвина. Без паники. В чем дело, Лэнгли? Пока не знаю. Тут шастает охрана. А значит, у вас все еще работают? Наверное, не знаю. Я провела весь день в лаборатории. Погодите, сейчас посмотрю, я не... Здравствуйте. Диагностируем. Ушибы. Ссадины. Усталость. Ничего смертельного. Это недолго. Готово. Пожалуйста, заполните анкету для пациентов, чтобы я мог лучше помочь вам в будущем. Thank you.
Кажется, это директор лаборатории. Похоже, он презирал вас. Какая досада. Thank you.